вторник хоккей «Динамо» прошел турнир по футзалу среди школьных команд 3-х, 4-х и 5-х, 6-х классов. Среди школьниц младших классов на торжественном закрытии сначала наградили лучших игроков каждой команды. А затем вручили медали и кубок победителю. Третье место у ученицы из третьей школы. На втором месте участники соревнований из первой школы. А вот победителями турнира стали девчонки из школы номер 4. После обеда прошел турнир для девчонок 5-6 классов. С началом турнира их поздравили высокие гости. Участие лучшие футзалистки всех четырех школ. В первой игре встретились команды первой и четвертой школы. У девчонок четвертой школы явно было преимущество. Чувствовалось, что некоторые из них уже хорошо знакомы с футзалом. Так, номер 10 в течение одной минуты забила 2 гола. А вот у школы номер 1 отличился вратарь. Она не раз выручала команду. Кто стал победителем в этом турнире, смотрите в новостях Славутича в среду.